What if you don't need to live in pain and suffering? What if you could give up your karma and have a life of abundance and joy? What if you could start creating magic and miracles that you never thought were possible? Get ready to listen, share, and experience the magic that is you. Now, here's the host of Creating Abundance with Ease radio show, Dr. Helen Gitlovich. Добро пожаловать, я доктор Елена Гитлевич на Creating Abundance with Ease. Создание изобилия с легкостью. Сегодня наша тема – реакция или выбор. А что, если вы не должны реагировать? Что, если вы можете выбрать ваше действие без эмоций? Давайте поиграемся с инструментами, которые могут вам помочь не входить в реакцию, а наоборот, быть тем действием, которая может изменить все, что у вас есть в жизни. На самом деле магия везде, изобилие везде. Что делать? Что если мы можем использовать все в изобилии и начать создавать его в нашей жизни с полной легкостью? Для вас, кто меня никогда не слышал, я доктор Елена Гитлевич, и я врач по образованию, по призванию. Но ушла из медицины довольно давно из-за того, что на самом деле у меня была операция на сердце, и сейчас я преподаю по всему миру именно вот эти практики, о которых мы сегодня будем говорить, такие как Access Consciousness и такие как Хроники Акаши. Так давайте же поговорим о реакции. Что такое на самом деле реакция? Это часто идет автоматом. Вот это автоматическое. Кто-то нажал кнопку, и мы среагировали. Есть такое даже выражение. Особенно речь шла о родителях. Родители могут нажать на ту больную точку, которая всегда реагирует, потому что они эту точку создали или эту кнопку. Но на самом деле все вот эти кнопки, на которые нажимают, что происходит реакция, они были созданы довольно давно. Это не то, что вот сейчас кто-то нажал, и эта кнопка появилась. Это все программы, которые у нас были заложены довольно давно, иногда в прошлых жизнях. Смотрите, ведь душа бессмертна, правильно? И она переходит из одного тела в другое, из одного воплощения в другое, из одной жизни в другую. И вот это, если вы даже не верите в реинкарнацию, можете думать вот детство, юношество, взрослый возраст. Кто-то нас обидел. Неважно, это предыдущая жизнь или детство, или юношество. Один раз обидели, второй раз обидели. Потом это уже начинается как автоматическая реакция. Правильно? Оно так и есть. Вот эта автоматическая реакция – это программа, которая была создана энергетически вначале, а потом на самом деле это уже физически мозг начинает как бы изменять свою структуру, и таким образом появляются вот эти, как мы называем, pathways, вот эти пути, когда две точки соединяются. Точка обиды, точка реакции. Что же делать с этим? Будем мы всю жизнь так и реагировать, как собачки на еду в экспериментах Павлова? Да, а может быть и нет. Что если у нас есть вот эта свобода выбора? Многие люди говорят, нет, у меня нет выбора, я прямо сразу, как кто-то что-то сделал, я тут же реагирую. Но ведь есть эта миллисекунда до того, как мы среагировали, когда мы можем себя словить на этом. И это тренировка. Очень часто эти реакции на самом деле даже не наши. Человек, который
нас там обижает, что-то говорит, мы слышим новости, это не имеет значения, на что мы реагируем. Вот эта доля секунды, мы можем остановиться и задать себе вопрос, во-первых, а новый инструмент, я шучу, конечно, что это новый инструмент, но это инструмент Access Consciousness. Access Consciousness было создано Гэри Дагласом, и ему помогал создавать Дэйн Хир, доктор Дэйн Хир. Инструмент, кому это принадлежит. Потому что очень часто это принадлежит Грегор, то есть всему тому, что происходит в мире. Мы, как губки, на себя натягиваем, вот губку положили в воду, и она сразу набрала эту воду. Точно так же и наше энергетическое поле на себя набирает эмоции, чувства, мысли других. Что при этом происходит? Вот посмотрите на секундочку. Вот мы как бы, вот эта мысль пролетела. Давайте вот сделаем, я люблю очень упражнение, которое на расширение. Оно есть в Access Consciousness, оно есть в хрониках Акаши, оно есть в очень многих практиках, не связанные с Access и не связанные с хрониками. Это медитация, когда мы расширяем свое сознание до бесконечности. И просто сбросьте свои барьеры, глубоко вдохните и попробуйте почувствовать, скажем так, стенки той комнаты, в которой вы находитесь, теперь почувствуйте где-то пространство, ну, километр, 100 километров, 1000 километров от вас. Сделайте себя больше, чем Земля, больше, чем наша Солнечная система и больше, чем Вселенная. Вот в это пространство, как вы думаете, сколько залетает мыслей, чувств и сколько людей вы ощущаете вот данную секунду? Но когда мы такое пространство, оно не задерживается, правильно? Оно так летает туда-сюда. Теперь сожмитесь вот до того, как вы были, до того, как мы расширились. Ну, тяжело, конечно, я понимаю, но вот на секундочку просто я хочу поиграться с этими энергиями. Вот, вот просто в своем теле. В вашем теле, но заметьте, у вас есть аура, то есть это тоже ваше тело. Эта аура на самом деле, вот просто ощутите ее, она, ну, как минимум метр, два, три, пять, а иногда и больше метров за пределами вашего тела, вокруг вас. И в это пространство сколько залетает мыслей? Дальше у нас есть энергетическое тело, которое тоже идет на какое-то там количество метров, а может быть даже километров. И это я не говорю о расширении, я говорю просто о ваших энергетических телах, которые принадлежат вам, которые вы сами. И вот эти импульсы, которые везде летают, в воздухе просто, электромагнитные волны, мысли, чувств, эмоций. Как вы думаете, вы их ощущаете? Ну, конечно. И как губка набираете, но что происходит? Если хотите, можете расшириться, будет просто легче все это воспринимать. Расширяйтесь, расширяйтесь. Неважно, как далеко, вы не исчезнете. Разница ощущений вот этих вибрации, когда вы расширены или когда вы сжаты. Большая разница, потому что это все проходит мимо. Оно вас не касается. Оно вам не релевантно. Ведь все это на самом деле чисто вибрация. Когда мы сокращены, они становятся более плотными. Вот представьте себе этот воздух, скажем так, в комнате, в которой мы находимся. Если сжать этот воздух до пределов маленького кубика, если вы смотрите видео,
то я сложила руки, ну, шарик, скажем так, который формируется между ладошками. Сколько давления нужно, чтобы сжать этот воздух? Ведь все, что было в этом пространстве, оно все попало в этот шарик. И оно уже плотное. И вместо того, что оно летает там по комнате, летает по миру, оно теперь находится вот в этой маленькой коробочке этого шарика. И это уже наше. И мы начинаем не играться с этим, а воспринимать это как что-то серьезное, как что-то важное, потому что, ну как же, оно давит на нас. А мы-ка быстренько расширились. Все это давит? Или уже летает туда, куда ему нужно? Даже иногда не надо отправлять обратно. Инструмент этот, кому это принадлежит, мы смотрим, если это не наше, мы отправляем обратно. Но иногда намного проще просто как бы вместо того, что куда-то отправлять, расшириться. Все равно летит туда, куда надо. Но мы же должны это все держать. А в английском языке есть замечательное или ужасное слово «hoarder». В русском языке это нарицательное имя Плюшкин из новеллы Горького. Гоголя, я говорила, сори. Из его романа. И Плюшкин, если вы никогда не читали это, он собирал все. Там было много таких персонажей, коробочка и так далее. Но Плюшкин олицетворял, он сохранял все, даже полусъеденный бутерброд. Насколько мы являемся этим Плюшкиным с эмоциями, чувствами, мыслями, с нашим опытом, нашим прошлым, где мы выросли, где мы, с кем мы общались в детстве, в юношестве, во взрослом возрасте, держимся за этих людей, называем их иногда друзьями, но ведь часто это не друзья. Часто эти люди, они олицетворяют просто, они, может быть, и друзья, но часто они просто олицетворяют наше прошлое, за которое мы держимся, которое, в принципе, уже нам не нужно, оно уже давно нерелевантно, оно уже как бы ничего не дает нам. Но что происходит? Если мы концентрируемся на этом прошлом, это прошлое держит нас от того, чтобы присутствовать в настоящем. И на этом я как бы приостановлюсь. Шоу не заканчивается, но у нас первый перерыв, первая рекламная пауза. И когда мы вернемся, мы поговорим больше о реакциях, о том, как присутствовать в настоящем, а не быть в прошлом или будущем. Вы слушаете «Создание изобилия с легкостью» со мной, с Еленой Гитлевич, на Inspired Choices Network. And we will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlevich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific. On InspiredChoicesNetwork.com.
Are you a subject matter expert? Are you here to share your expertise with an audience waiting to hear from you in only the way you can deliver? Are you ready to have your voice amplified across the airwaves? Inspired Choices Network has a global radio platform streaming to millions of people across the world. Professionally produced and supported by an accomplished team every step of the way, you can broadcast from anywhere in the world, knowing your voice matters, and we ensure it is delivered with ease and efficiency. Eager to hear your message, the world awaits. Contact us today to become an Inspired Choices Network radio host. Email becomeahost@inspiredchoicesnetwork.com. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at inspiredchoicesnetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать! Я Елена Гитлевич на создании изобилия с легкостью. Сегодня наша тема — реакция или выбор. В первой части мы говорили о том, что мы реагируем, потому что это программы обычные, самые настоящие, которые были заложены либо в предыдущих жизнях, либо в детстве, в юношестве. И, соответственно, мы реагируем. Плюс к тому, что мы говорили о том, кому это принадлежит инструмент, что мысли, чувства, эмоции, которые у нас возникают, и эти реакции не всегда наши. Мы говорили еще о том, что на самом деле, что происходит с вот этими реакциями, когда мы набираемся от кого-то. Ведь часто вот эти автоматические реакции, о которых мы говорим, это даже не наша реакция, это у кого-то там реакция может быть на что-то другое, а мы взяли на себя, потому что мы сжаты. Все эти реакции, все вместо того, чтобы иметь этот выбор, заставляют нас не присутствовать в нашей жизни. То есть мы живем либо прошлым, либо будущим. Что я имею в виду? То есть либо прошлым, ностальгией, или же наоборот, все время переживая страдания, которые мы страдали до того, ту боль, переживания в прошлом. Или же, наоборот, мы боимся будущего, мы как-то проектируем, ожидаем, что что-то случится, хорошее, плохое, неважно. Оно все как бы это не настоящее. Идея в том, что если мы все время концентрируемся на прошлом или настоящем, то таким образом мы избегаем выбора. Вот. И Бала как раз показывает нам, что такое выбор. Она пришла и села на руки. Это ее выбор. Она не задумывается о прошлом, что было вчера или что будет завтра. Она не волнуется о том, что произойдет и когда произойдет. Она знает, что в принципе она живет здесь. Ее накормят, ее напоят. Она знает, что я всегда буду как бы помогать ей. Насколько вы отказываетесь поверить в то, что Вселенная, называйте это как хотите, Вселенная, Бог, осознанность, что это вас всегда поддерживает. Есть очень хорошая присказка, сказка про о том, как человек увидел на песке следы. И вначале как бы две пары следов, два человека идут, а потом только одни. И человек разговаривает, что это человек и Бог шли рядом. И вот человек говорит: да, мы с тобой шли рядом, но потом, когда у меня тяжелое положение, тебя не было рядом. Он говорит: нет, дорогой,
это я тебя нес на руках. То есть вот эта поддержка Вселенной, иногда мы просто отказываемся от нее. Отказываемся выбрать то, что для нас будет лучше. Мы выбираем, может быть, те реакции из того прошлого, вот эти программы, которые как бы заставляют нас двигаться по проторенной дорожке. А что, если эта дорожка, вот эта колея, о которой говорил Высоцкий, что, если мы выйдем из этой колеи? Что, если мы сойдем с этих рельс, которые ведут нас неизвестно куда, неизвестно к чему, но эти рельсы, как бы, они для меня означают определенное будущее, которое было как прошлое. Ведь, в принципе, если мы все время оглядываемся на прошлое, мы создаем будущее таким же образом. Если мы начнем смотреть с других точек зрения, потому что наши точки зрения создают нашу реальность. Это записано везде, всегда. И попроси, и ты получишь. Но когда мы просим, и что такое просить, и что такое выбор, давайте немножко вот как бы поговорим об этом. Потому что просьбы бывают разные. Просьбы бывают из страха. Ой, я не хочу это. Из сопротивления. Не-не-не, но это плохо, нельзя и так далее. Запрос может быть из того, что мы боимся, или из того, что нам кто-то сказал, иногда ляпнули что-то не так, сказали, подумали. Все это неосознанное созидание. То есть мы можем созидать осознанно, бессознательно, неосознанно или антисознательно. Реакции – это когда мы создаем бессознательно или антисознательно. Создавать осознанно – это когда мы выбираем осознанно. И я не имею в виду когнитивно. Осознанный выбор – это когда выбор идет по поводу того, что в энергии, что легче, что расширяет того, чтобы выбирать из реакции. Давайте поиграемся немножко. Выбор обычно, что он не автоматический. Он происходит, когда мы присутствуем в своей жизни 100%. Когда мы о чем-то думаем и что-то делаем, это уже не присутствие. То есть наше присутствие раздвоилось. Оно как бы разделилось между действием и мыслями. В то же самое время иногда у нас мысли в одном месте, эмоции в другом месте, чувства в третьем, а действия в четвертом. А иногда мысли, еще там 10 мыслей одновременно, 10 эмоций одновременно. То есть вообще непонятно, где мы, что мы, и делаем все автоматически. Я знаю по себе. Раньше у меня бывали такие периоды, когда если меня спросить, а что ты делала 5 минут тому назад, понятия не имела, потому что все шло на автомате. Давайте сейчас сделаем маленький просто эксперимент. И каждые 10 секунд, не минут, каждые 10 секунд мы выберем какое-то действие или какую-то мысль. И потом через 10 секунд мы либо продолжим это действие, либо выберем что-то другое, но осознанно, не задумываясь о том,
правильный этот выбор, неправильный, никаких умозаключений. Начинаем. 3, 2, 1. Выбрали какое-то действие, играемся. Во время этого действия можете слушать меня. Кстати, это тоже действие слушать. Теперь выберите другое действие. Или продолжайте то же самое, но при этом выбирайте осознанно. Выбрали другое действие. Вот этот вот выбор, когда у вас куча возможностей, выбирайте опять. Вот это уже начинается выбор. Когда мысли не включаются, когда мозг не включается, выбирайте снова. А, 2, 1, выбирайте снова. И опять выбирайте снова. Как вы себя чувствуете? Я знаю, что у нас есть несколько человек в аудиенс, прямо здесь в зуме, но если хотите, вы можете зайти в чат, поделиться опытом. Если вы слушаете потом, просто обратите внимание на свои ощущения. Ведь когда вы выбирали, у вас не было умозаключения. Это правильное движение или неправильное движение? Это хороший выбор или плохой выбор? На самом деле это было неважно. У нас происходит, мы создаем себе как бы то, что мы называем проблемами, когда мы делаем что-то важное, особенно жизненно важное. Вот тут начинается, я должна сделать правильный выбор, я должна здесь решить. Но на самом деле, ведь все это, если мы будем из не реакции, а выбора действовать, то это не имеет значения. Это просто попить водичку или выйти замуж за кого-то. Значит, на самом деле и то, и другое можно изменить. Выбрала? Может быть, не самый лучший выбор. Может быть, этот выбор поменял всю жизнь. Но в то же самое время, окей, выбор работает в эти 10 секунд? Да, нет. То есть оно на самом деле почти как вот эти единички-нолики. Очень часто мы в этом все время живем, правильно, неправильно, хорошо или плохо. На самом деле Вселенная намного более многогранна, намного больше выбора. И наши реакции, соответственно, намного более красочные. Мы подошли ко второму перерыву. И когда мы вернемся, мы обсудим больше реакция или выбор. А пока что вы слушаете меня, доктор Елена Гетлевич, на Creating Abundance with Ease, создание изобилия с легкостью на Inspire Choices Network. And we will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlovich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific. On InspiredChoicesNetwork.com. Magic and abundance are everywhere. What if you could tap into abundance and start creating your life with complete and total ease? Working with Dr. Helen Gitlovich will give you exactly that, total ease in creating abundance in your life. Dr. Gitlovich creates classes all over the world, both in person and online. She works with you to create abundance with your money, with your body, with your relationships, with all areas of your life, with total ease.
Connect with Dr. Helen Gitlovich at creatingabundancewithease.com. Her contribution in your world will be a noticeable gift in a very short period of time. How wonderful would it be to carry your favorite Inspired Choices Network host with you throughout your day? Well, now you can. Inspired Choices Network now has its very own mobile app. Our free app offers live streaming shows, along with thousands of podcasts and TV episodes. Our shows cover a wide variety of topics. Whether you're waking up with us, carrying us through the day, and taking us to bed with you, we're always here for you to enjoy. We're easy to find. Just search for Inspired Choices Network in the Apple App Store or Google Play Store. This is the Creating Abundance with Ease Show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at inspiredchoicesnetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать! Я Елена Гитлевич, доктор Елена Гитлевич, на создание изобилия с легкостью Creating Abundance with Ease. И сегодня наша тема – реакция или выбор. Очень интересно, потому что в первой части мы говорили о том, вообще кому это принадлежит, потому что большинство наших реакций не наши. Большинство наших реакций мы подхватили эмоции, чувства других людей. Во второй части мы говорили о выборе. Что такое выбор? На самом деле выбор – это как бы то, что не имеет умозаключений. Мы просто выбираем. Когда уже умозаключение – это уже правильный выбор, неправильный выбор. Выбор. Вау. Это на самом деле просто выбор. Мы поигрались 10 секунд, выбирали движение. Когда мы находимся в наших чувствах, эмоциях, когда мы в реакциях, мы не присутствуем в нашей жизни. Мы на самом деле очень часто даже не присутствуем в теле, когда у нас есть реакция. Вот вспомните момент реакции, любой реакции, которая у вас была за последние, скажем так, пару недель. Была ли это злость, было ли это сопротивление, было ли это страх, неважно что. Кстати, если вы хотите сказать, что реакция – это счастье, счастье и радость – это не реакции, это пространство бытия. Давайте разграничим. Реакция – это когда мы делаем «ва», когда мы рычим на кого-то, когда у нас реакции происходят внутренние, когда мы реагируем. Вот это реакция. Радость – это не реакция. Радость – это просто быть собой. И вот это то, о чем я хочу поговорить сейчас, потому что это и есть выбор. В первой части мы говорили, что есть вот эта миллисекунда между вот этим стимулом и реакции. Очень часто вот эта миллисекунда очень маленькая, но она есть. И мы всегда можем остановить вот эту реакцию и пойти то, что мы называем по-английски action, действие. Вот это действие вместо реакции, выбор вместо умозаключения создает совершенно другую реальность. Мы говорили немножко о рельсах, мы говорили о том, что мы как бы идем по проторенной дорожке реакций, эмоций, чувств. Не всегда даже наших, или наших, которые были созданы, может быть, миллион лет тому назад, или, может быть, 30 лет тому назад, неважно сколько. Это прошлое, оно уже закончилось, хотя на самом деле прошлое, настоящее и будущее –
Оно, в принципе, идет одновременно, так как временного фактора нет. Но при этом его нет, но мы, когда мы уже его создали и живем линейно, прошлое, настоящее, будущее, или же вот эта линейность, одно происходит, второе происходит, третье, это все забирает от нашего пространства бытия, от нашего пространства радости, от нашего пространства счастья, изобилия и так далее. Что же вот это вот мгновение между реакцией и действием, как мы можем себя остановить? На самом деле это никак, это просто выбор и тренировка. Очень часто, вот я могу говорить только о себе. В прошлом, до Access, может быть, даже до Akashic Records, мои реакции были, скажем так, кто-то меня обидел, и вот эта обида длилась, может быть, даже дни, а может быть, месяцы, а может быть, даже годы. Сейчас, во-первых, и вот эта реакция, я говорю о реакции, что я не хотела разговаривать с человеком, не хотелось вообще с ним общаться. Сейчас она намного короче. Сейчас вот это вот, иногда могу заметить миллисекунду, когда вот эта реакция происходит, и задать вопрос, что это создаст. Потому что на самом деле все создает. Наши реакции создают, наш выбор создает. Но что это создает? Вот что в вашей жизни создает реакцию? Я знаю, что в моей ничего хорошего. Потому что реакция создает другую реакцию в другом человеке. В то же самое время выбор, когда действие, оно может создать другую реальность. Если мы не среагируем, если мы не пойдем в соглашение или сопротивление, потому что реакция что это? Либо сопротивление, нет, ты не прав, и доказывать свою правоту. Или же это соглашение, да, ты прав, я с тобой согласна, давай вместе бить тех. И то, и другое, что это создает? Оно не меняет мир. Но когда мы перестаем сопротивляться или соглашаться, это как в той игре перетягивание каната. Вы когда-нибудь играли в перетягивание каната? Две команды тянут этот канат, и никто никуда не двигается. Иногда одна команда перетягивает других на свою сторону, и те падают в изнеможение. Что происходит, если одна команда отпустит эту веревку? Уже перетягивания каната нет, уже никто никуда не тянет, никто не сопротивляется, никто не соглашается. Теперь мы можем создавать что-то другое. Был чудесный фильм в Америке, старый-старый, War Games, военные игры. Там мальчик, выиграл Мэттью Бродерик, он тогда был совсем маленький, залез в Пентагон, компьютер, и решил, что это игрушка. А это был на минуточку компьютер с ядерным оружием. И когда до него дошло, что он залез в ядерное оружие и играется с ядерным оружием, а государство, правительство и сам Пентагон, и военные решили, что это так есть, что Россия нападает на Америку, а Америка получила сигнал, что Россия получила сигнал, что Америка нападает на Россию, и вот эта ядерная война, как бы, что произойдет, если будет ядерная война, кто бы не начал. И этот мальчик пытается доказать, что, ребята, подождите, это игра, это нереально.
требуется очень много, ну, если хотите, посмотрите весь фильм. Но идея такая, что компьютер проиграл все возможные варианты с ядерным оружием. И единственный, как бы, результат – это уничтожение Земли. Никого не остается, все погибают. И компьютер сам говорит, здесь нету выигравших и проигравших. Как насчет того, что поиграемся в шахматы? Nice game of chess. Что если все игра? Что если мы не будем воспринимать все всерьез и так важно? Если мы будем действовать из выбора, а не из реакции, как мы можем изменить мир? Что мы можем сделать? Кем мы можем быть, чтобы мир стал более осознанным? Реакция – это осознанность? Нет. Реакция очень далека от осознанности. Это автоматические программы и автоматические реакции. Выбор – это осознанность. Ведь если бы люди осознанно выбирали все вокруг, были бы ли войны, были бы страдания, было бы ли все это? Нет. На самом деле, все вот это, войны, страдания, терроризм, ковид, оно просто не может существовать. Я не имею в виду ковид как вирус. Вирусы могут существовать, но вот эта пандемия, которую создали, маски и все остальное, может ли это существовать, когда осознанность? Нет. Потому что это все реакции. Реакции основаны на страхе, на злости, на чувстве вины. Куча всего, что вызывает это, но это все отвлекает. Отвлекает от нашего присутствия в жизни, от того, что кто мы есть. Вау! Быстро пробегает время, и наше время подошло к третьему перерыву, последнему перерыву нашей радиопередачи. Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, и когда мы вернемся, мы поговорим еще и поговорим о том, что следующее. Вы слушаете меня, доктора Елену Гитлевич, на создание изобилия с легкостью, Creating Abundance with Ease, на Inspired Choices Network. And we will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma, or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlevich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlevich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at InspiredChoicesNetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g@att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать! Я доктор Елена Гитлевич на создании изобилия с легкостью Creating Abundance with Ease. И сегодня наша тема – реакция или выбор. Наша радиопередача, телевизионная программа, подкаст подходит к концу. У нас осталось всего лишь 8-10 минут. Просто хотела напомнить, что сегодняшняя передача не последняя пока. Следующая неделя –
каждую среду в 11 часов утра по чикагскому времени, 12 по Нью-Йорку и 19:00 по Москве, Киеву. Остальное время вы можете посмотреть на календаре на веб-сайте. Каждую неделю будет подкаст либо на английском, либо на русском языке. Иногда у нас гости в студии, иногда я сама. Следующая неделя мы поговорим об интимности. Что такое интимность, что мы понимаем под этим. Скорее всего, это не, будет не одна программа по этому поводу. Следующая неделя будет на английском языке, а через две недели мы сделаем, скорее всего, ту же тему, а может быть, другую на русском языке. Я стараюсь как бы раз в две недели делать на русском, раз в две недели на английском, чтобы как бы все могли услышать то, что я хочу сказать. Вы также можете со мной соединиться. На русском языке у меня есть телеграм-чат Елена Гитлевич в Украине и во всем мире. Вы можете, там все анонсы идут про классы, про на русском языке и на английском. Анонсы по Access. 16-17 мая будет волна симфонии, которую начинает доктор Дэйн Хэйр и продолжают Symphony Advanced Practitioners, то есть практики симфонии, включая меня, мое шоу в 8:30 утра по чикагскому времени, по-моему, это 4:30 дня по Киеву и Москве. Facebook, Instagram, я знаю, что, к сожалению, в России этого нет сейчас, но, как я говорю, Telegram, WhatsApp, всегда можете мне написать в личное сообщение и даже позвонить, если нужно. Продолжаем нашу программу. Рекламная как бы такая пауза. На следующей неделе, как я говорю, мы поговорим про интимность, но реакция или выбор. Сколько реакций у нас было? Сколько всего? Как же все-таки остановить вот эту программу, вот эти миллисекунды между реакцией, между стимулом и реакцией? На самом деле, если мы начали с этого, мы расширились. Давайте сейчас тоже, если вы сжались, если вы только присоединились, давайте расширимся. И вы можете скачать эту медитацию в более расширенном виде с моего веб-сайта Creating Abundance with Ease. Создание изобилия с легкостью. Таким образом, вы можете прослушать это на... Вы подпишетесь на подписку на email, который я рассылаю раз в месяц. Давайте расширимся сейчас. На километр, 100 километров сбросьте свои барьеры. Вот когда вы расширены, насколько вы можете реагировать? На самом деле реакции в таком пространстве очень тяжело сделать. Это пространство действия и пространство бытия. Реакции могут быть только тогда, когда мы сокращены, когда мы сжаты. Это как пружина на самом деле. Если пружину мы сжать, она выстреливает. Вот это и есть реакция. Если пружина растянута, опять-таки она будет сжиматься. Если пружина расслаблена, ты с ней, ты ее можешь кидать куда угодно, хоть об стенку. Она не будет реагировать. Она не сжата, она не растянута. Только если нас как бы сжимают или растягивают, тогда вот это происходит. Но когда мы являемся пространством, вот этим пространством бытия, пространством радости, пространством благодарности,
реакция просто невозможна на самом деле. Вот это именно то, к чему я вас призываю. Быть вот этим пространством радости, пространством осознанности, пространством, где вы являетесь самим собой, без проекций, без ожиданий, без всего, что заставляет вас как бы думать, иметь эмоции, иметь чувства, потому что все это электрические вибрации, которые вас сжимают. А соответственно, если эмоции, чувства и мысли вас сжали, то, соответственно, следующая будет реакция. Когда вы расслабились и расширились, тут у вас есть не просто миллисекунды, а может быть даже больше, осознать, а что ваша реакция создаст. И таким образом это создаст что-то другое. И вы выберете что-то другое. Расширитесь опять, если вы сжались. Потому что иногда, когда мы даже говорим о реакциях, начинается сокращение. Когда мы говорим о мыслях, идет сокращение. Потому что это автоматически, это электрические вибрации, это реальность. Когда мы являемся пространством, мы функционируем из акустических вибраций, которые намного выше. Ведь если вы когда-либо видели шкалу эмоций, они не соразмеримы. Нижние эти эмоции по сравнению с пространством. Пространством бытия, пространством радости, пространством благодарности. И изобилие пространством любви. Все это вот ощутите сейчас. У нас осталось всего пару минут. И вот эти пару минут я хочу как бы потратить или использовать на то, чтобы поиграться с этими энергиями пространства. Расширьтесь. И расширьтесь больше, чем Земля. И вот давайте посмотрим, что вы можете получить от Земли и что вы можете дать Земле. Каким вкладом вы можете быть для Земли и какой вклад вы можете дать Земле. Расширитесь больше и каким вкладом вы можете быть для Вселенной. И каким вкладом Вселенная может быть для вас. Просто ощутите вот эти вибрации, акустические вибрации пространства. И если какие-то реакции идут внутри, я не имею в виду реакции, это не реакция, расширение, радость, благодарность, это все пространство. Если какая-то злость появляется, просто растворите ее. Именно вот этими вибрациями этого пространства. Что бы вы хотели создать в своей жизни? Это не значит проектировать, вот это должно быть. Просто, какое пространство вы бы хотели создать? На сегодня. Я очень благодарна всем за то, что вы присутствовали вживую, слушали меня вживую и всех, кто будет слушать потом в записи. Люблю вас всех и увидимся или вы услышите на следующей неделе, в следующую среду, в то же самое время. Люблю вас всех. Bye. Thank you for choosing to listen to Creating Abundance with Ease radio show. Dr. Helen Gitlovich will return next Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. We hope you'll join us. Until then, have fun using the tools of the week in your life
and start creating magic in your life and your body.